Родители Кирилла с ним и его двухлетней сестрой бежали из небольшого города Антрацит Луганской области. После нескольких месяцев мытарств семья Поляковых временно разместилась в пансионате «Черное море», где сейчас проживают еще 58 таких же беженцев. Если бы вот как знать, как куда ехать, мы не знали. Нам сказали, вот Краснодар более-менее, так как дети у вас болеют, вам более-менее где-то по теплу, потому что на севере холодно. Накануне Нового года Кирилл попросил родителей купить ему планшет, который помог бы в учебе. Мальчик учится в школе номер один в 4 классе, увлекается математикой. Планшет помогает быть на связи с родственниками, которые остались в Украине. Родители не могли себе позволить такую покупку. Тогда Кирилл решил написать письмо президенту России Владимиру Путину. Я видел, как один мальчик тоже написал, и я тоже захотел, чтобы увидеть своих родных на Украине, тоже захотел написать. И написал, вот и мне прислали. Родители к идее сына отнеслись скептически. Я вообще ругалась. Говорю, ты что? Что это тебе обязано? Так, Владимир Владимирович, есть свои дела и проблемы. Еще мы вообще никто и будем вот это, ну, мы же не родственники, чтобы писать. Ну, а так как он, я хочу бабушку увидеть и хочу вот этого братика увидеть, что родился и плачет, и я хочу домой, я сама что-то и расстроилась. Ну, я говорю, пиши, ладно, так уж и быть. Письмо прочитали и в администрации Анапы. Решили исполнить детскую мечту. Спонсорскую помощь оказал один из предпринимателей города-курорта. Сегодня Кириллу вручили новый планшетный компьютер. Мальчик и его мама не могут сдержать слез радости и очень благодарны всем за поддержку и помощь в их нелегкой ситуации. Спасибо России, что всем помогает. И здесь, которые люди находятся, и там, и везде. Мы очень благодарны. Спасибо вам большое. На наш вопрос Кириллу, почему он обратился к Владимиру Путину, а не к Деду Морозу, как большинство детей, он ответил очень просто. Так надежнее.